новых объекта откроются в Йошкар-Оле в День Республики 4 ноября. Современная транспортная артерия, проспект 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, свяжет Воскресенский проспект с улицей Петрова. Таким образом, будет обеспечена транспортная доступность строящихся микрорайонов Йошкар-Олы, молодежного, юбилейного и спортивного. Отмечу, что в этом году сдадут первую очередь проспекта. В дальнейшем он будет продлен до улицы Кирова. Еще один подарок жителям республики и туристам – Музей православия, который откроется на правобережье Малой Кокшаги рядом с Троицким храмом и памятником Кириллу и Мефодию. Продолжение темы в выпусках телепрограммы «Регион 12» сразу после предстоящих выходных. Напомню, 4 ноября в Мариэл отмечается День Республики, а по всей России – День народного единства и согласия. Поэтому впереди большой уикенд. Отдыхаем 4, 5 и 6 ноября.